И опять-таки всем привет. Мы все там же на Донце. Погодка вроде как наладилась, но сумасшедший ветер просто не дает ловить. Уже что мы только сегодня не пробовали. Джиг, калибло, вертухи, лаблера. Причем все, от миног до кренков. Любые. Составники, мостовники. Короче, все подряд. Рыбы, как говорится. Не, хотя рыба, выходы. Рыба там не, ну рыба есть, рыба есть. Да, выходы есть. Но мы, блин, нифига не поймали. Всего там, может, и было одна зарегистрированная поклевочка. И может быть еще. А может и нет. Так что время подошло у нас к полудню и даже перевалило, да? Сколько сейчас? Где-то час? Почти. Час двадцать. Час двадцать. Самое время. Так что, как говорится, джентльмены пьют и закусывают. Приступаем к изготовлению специального рыболовного супчика. Сегодня у нас шеф-повар Илья. Не, я наязываю чисто так вот кочегаром. Кочегар. Ну да. Шеф-повар, ну, а как всегда, сват готовит фирменный супчик. Понеслась. Сливаем. Так, где наша водичка? Наша водичка. Я пока делаю горелочку. Первое боевое крещение. Ветер просто выносит. Так. Чик. Так, если что добавим. Что у нас есть? Вилка, ложка, стаканы, ну, конечно же, специи. Для фирменного супчика правильный набор специй – это очень важно. Где у нас противозадувная система? А вот. Это вряд ли стоять будет. Там где-то еще было что-то еще одно. Что-то было. Будет, что-нибудь. Будет. Да, конечно. Да, там эти колышки есть. Вот их чуть-чуть в стол. Вот лишняя тарелочка. Мы ее спрячем вот. Фух, взрывай. Крючок это на самом. Супчик потихонечку доходит до конца. Его сейчас добавляем специи. Хватит, хватит. Я думаю, хватит. Трех листов, даже четырех листов. Ладно, хорошо. Извини. Извини. Кидай сколько хочешь. Ну, сейчас не все, наверное, вот это. Если что, добавим. Воды малеха переборщили. Ну, этот котелок больше литра. Сколько там осталось? Там осталось... Воды многовато, блин. Ты хотел сделать, чтобы он вообще был кашей? Ну, не каша, но... Такую. Чтобы ложка стояла, короче. Я понял. Ну а так жиденького покушаем. Ну да. Ну, сейчас это все дело закипит. Поварится. Настоится и съестся. У него вариантов других нету. Ну, собственно, да. Ну вот наш супец дошел до нужной кондиции.
Вот такая красота получилась. Даже пленочка. Смокота. Теперь дадим ему немножко настояться. И можно приступать к трапезе. Видишь, наш суп готов. Вот такая вот вышла смокота. Ах, красота. Пока это красиво, посмотрим, как вкусно. Да, гарантирую, будет вкусно. Тикс. Белый рыболовный суп сват а-ля Гранд. Так, прошу пана. Супчик просто песня. Единственное, что в нем плохо, это его становится все меньше и меньше. Есть у него такое свойство. А ты можешь сварить такой суп, чтобы меньше не становилось? Он был бы таким бы вкусным. Но он будет очень дорог. Вот такой супчик. Хочется снова сказать, что... Ну что? Ну что? Ну, если, как говорится, хочется, чтобы душа сначала свернулась, а потом развернулась, то мы завсегда пожалуйста, да? Да. Как говорится, легко. Благородная жидкость цвета канифоли. Ну прям взял так и испортил, оскорбил жидкость. Вот такого же цвета, как янтарного цвета. Янтарного. Благородного янтарного цвета. Ладно. У меня появилась еще одна ассоциация. Но за столом мы ее не будем озвучивать. Вот так вот. Ну что? Третий тост. За дам. За это прекрасное слово дам. И дам, но не вам. Да. Ну, за наших дорогих женщин. Жен, мам, бабушек, дочерей, сестер. И просто прекрасных, да, незнакомых. Шалун. Да. Ну, да, за любимых, в общем. За них можно стоя, но ладно. Ну, уже лениво как-то. Нас простят. Третий тост, как вставай. Хороший. И моментально супчиком. Угу. Ну ты знаешь, после, мне кажется, после такого супа должно клевать? Вполне возможно, но я к тому, что будет клевать, не будет. Рыбалка все равно будет. Рыбалка все равно удалась. Так что, ребята, ходите на рыбалку, ловите рыбу, варите супчик по рецепту Байми. Если это видео наберет несколько тысяч лайков, пару, что вряд ли, то вот шеф-повар расскажет вам весь секрет. Про секретный ингредиент, секретно-ингредиентного супа. Ну, это песня. Да. Кстати, отдельное огромное человеческое спасибо ребятам, которые на Генеевке соорудили чудесный столик и лавочки к нему.
Ребята, вы молодцы, респект. Ну, а мы пока продолжим обед. Ну, вот, собственно, ну, да. Наша сегодняшняя рыба, к сожалению... Вдвое больше, чем воблер, немножко. Да, мы ее крепко поранили. Ну, ты ее хорошо уже, взял. Да, тут уже она на все тройники села. Блин, и в жабры, и в пузо. Да. Ну, жаль. Прости. Прости, дорогая. Пойдет на котлету. Да, ну пойдет скорее, может, кошки чьи-то. Вот. Ну, по крайней мере, сегодня да. мы приехали от ноля ушли. Ушел. Поймали вот такого вот зверя. Ну, щука. Щука. Да. Так что рудра рулит. Ну что, вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Хорошо отдохнули. Рыбу видели. Держали, да, выковыривали. Держали. Даже что-то такое попалось. Смех и грех. Вот. Спасибо Донцу. Спасибо этому дню. Спасибо за компанию. И тебе спасибо за компанию. Вот. Всем рыболовам ни хвоста, ни чешуи. Пока. Пока. Эй, кошка, ты тоже на электричку ждешь? Да? Не сиди на камнях, постойся.